знаешь, какой праздник 1 июня отмечают? Да. Какой? Красный. Ну, почти, да. Не знаю. День защиты детей. Да, День защиты детей. Это твой праздник, между прочим? Да. Как планируешь отмечать? Легко. Действительно, что напрягаться-то? Как ты планируешь отметить 1 июня? Чтобы мама мне купила вертолет. Какой вертолет? Вертолет. Зачем тебе? Или самолет. Лучше самолет. Настоящий, да? А лучше новый телефон. А лучше 5 хомяков еще. Хотя нет, они и сами справятся. Лучше еще одного кролика. Подожди, один телефон, 5 хомяков и один кролик. Давай, что тебе надо? Только одного кролика. Еще одного кролика? Да. А старого куда? Покрашенного. Чтобы у них дети были, свести их надо. И большую клетку для кролика. Продолжай, ты без меня справляешься. Я могу просто посидеть. Какие у тебя планы на этот день? Ну, куда-нибудь сходить. Сделать что-нибудь? Нет. Развести родителей на подарок? Да. На какой? Я пока не знаю. Ну, давай придумаем что-нибудь. Что бы ты хотела? Гироскутер. Мы с тобой разговаривали до нашего эфира, что у тебя есть враги, оказывается. Да. Кто эти люди, Макар? Макар. Еще один Макар? Да. Твой главный враг – это ты сам? Да. Сильно было. Тебя кто-нибудь обижает? Нет, я плачу. Плачешь? Да. Как ты думаешь, надо выходить замуж рано? А когда? Вот когда самое время? Вот 10 лет, мне кажется, уже можно об этом подумать. В 35 лет. А лучше в 28. Ну, 2 года пожить вместе до свадьбы. Логично. Получается 26. Так, детей через сколько заводим? Через год. Не рано? Норм, да? Ну окей. Вы с мамой планами делилась? Да не. А хочешь, чтобы мама работала меньше? Да. А давай мы сейчас к маминому начальнику обратимся и скажем: уважаемый мамин начальник, сделай так, чтобы мама работала меньше, получала больше. Да. Давай, вот прям вот сюда в камеру смотри и говори об этом начальнику. Давай. Ну, как, попроси его, чтобы мама работала меньше, скажи, что тебе ее не хватает. Мама работала меньше. А получала больше. Получала больше. Чтобы больше платили, меньше работала мама. Часик в день. И на эти деньги покупала мне игрушки. Игрушки. Что? Игрушки? Игрушки Халки. Мама что покупала тебе? Игрушки Халки. А больше тебе ничего не надо, кроме игрушек Халков? Нет. Вообще ничего не надо? Нет. Ни мира во всем мире, ни велосипед, ни торт? Нет. Ни сестренку? Нет. Только игрушки Халки. Да. Очень добрый мальчик. А платили сколько-то? Ну, 1250. Я думаю, начальство тебя сейчас услышало, Стефания.